Для ребят из Украины также открыла свои двери и Манаскенская средняя школа. Всего за парты сядут 13 человек. Среди них и два первоклассника. Детям выдали форму и обеспечили школьными принадлежностями. У них имеются все школьные принадлежности, форма. Определены они по классам. Будут они у нас находиться. Бесплатное питание, все содержание, все мы обеспечили. Знакомство с учителями, одноклассниками, освоение новой программы. Все это ребятам только предстоит. Педагоги, как и родители, по этому поводу не беспокоятся. Ведь в таком возрасте легко обзавестись друзьями и влиться в учебный процесс. Народ, который прививает с молоком матери уважение к старшим и к родителям, я думаю, даст хороший пример детям любого народа. Поэтому абсолютно спокойны, даже рады.